Я вот думаю, что незачем прилично жить такому человеку, который не умеет достать ничего. Ну что ж делать-то такому человеку, коли ему Бог разума не дал, неспособности, так что же желать-то? И действительно же богатство и в мечтах все снится, и при том, что вкусу много. А я думаю... таких, которые не умеют достать ничего, черную работу, землю копать, это дело каждый умеет. Сколько вот накопал, столько денег убери. Так же никому жить нельзя будет. Не взять, а не понять. Вы, сударь, какой чин на себе имеете? Первый. А, так это до генерала вам еще далеко. А много ли жалования? 120 рублей. 120 рублей. А нашему это в одном кармане смеркается, в другом заряд занимается. По-татарски йок. А по-русски нет ничего. А бедному человеку осчастливить его. А почему же длинный состояние это не для того наживал, чтобы у нас с рукавицами всякими его проматывало? Для того, чтобы дело делать. И хороший купец. Большим капиталом он и себе пользу делает, да и обществу будет. Мне все наливать. Надо когда-нибудь их наливать для своего удовольствия. Ну кто тебе? А разве мы не проживаем? Разве мы не проживаем? Да проживать-то надо на стол. Почувствует,
не тяжесть. И пойдет по гуляниям, да по улицам. Вот за культуру писать с деньгами. Конечно, честно. Ой, сейчас посмотрим. Я думаю, что вообще любят такие грех даже деньги дать. А перестань же братиться, а то поймут. Да ничего, я обиняком. Другой. Молодцы живет, издеваться станет над братом своим, который в поте лица деньги свои добывает. А если ж посчитать, сколько денег наш брат за дочерей своими роздал таким аферистам, то бы ж сердце повернется, а? А сколько ж можно добра сделать деньги на их деньги? Я считаю, у людей не все украдено. Вот вы как считаете на этот вид судьбой? А я думаю, не все, при наполнении, как вы говорите. А я думаю, что сейчас вот такую спекуляцию. Давно я ни гроша не проверил. Хорошие люди во всяком звании есть. Хороший человек, неплохой. Эй, я этого я сестре не посоветую. Надо смотреть сразу, умеет ли он делать. Он умеет, давай ему деньги сколько хочешь, все хочешь забыть. А спрокулисты на всякие уж больно не к масти. Другому присна, две копейки. А он форс показывает. Приданному мне 100 холоп дайте, денег мне дайте побольше. Давай, давай, подкастный, один все по мне красный. Гуша, молчи. Молчи. Наши-то бабы в скуру обрамлюсь. Рубашки по тисливыми ножью с ног до головы одену. А он все одно по сторонам смотрит, деньги разбрасывает, начинает, чего барином добрым звали. Так а вот рассуждается, совсем не хорошо. Именно, мой друг, необразованный. Не одна ты это так говоришь. Вот те, бодрые-то после, которым мы деньги-то даем. Они ж тоже у нас необразованные. Они, вон, денег с нас возьмут, а после родни хоть человек не видать. Ну еще? Да после их слов нам летать. Что? Yeah.